Оливки. Надо кому-то взрыватели обычные. Он забирал печеньку, СДПР забирал. Приз забрал, вар забрал печеньку. И паладин герцогиня забрала. Давайте подходите там сейчас, тактику расскажу быстро, там постанам все дела. А кто баф АДК заменяет, сова или кто? Да, сова. Если какая сова? Здорово, сын. Так, давайте постанам паладины. На первой волне валькир станы. Белин, первая печенька. Трися, второй ромбик. Герцогиня, третья трусы. Вторая волна станов. Кальк, печенька. Нервный пал, ромбик. Разбойник, третий. Там удар по кочкам стакаешь до 4 или 5 раз и ударяешь. Потом обратно идем первая волна и вторая. И так чередуемся. Так, по диспейлу Shadow Walk по диспейлишь? Хорошо. Так, я буду вводить комнату, все дела. Так, СС и лог на БДК СС на второй фазе. По инерам я заливаю Shadow Walk, Даня заливает мегатуру, короче, будет заливать. Ну, вроде все, чек на пол. Вот палатыка. Мега утро. Да, да, Ваня там... просто читать не умеет, поэтому... Да, не умею. Охотник надо будет шарковщик снимать исступление по КД, прям вообще по КД. Каждого. Ты умеешь, знаешь. Так, Макс, подходи, ДК. Да. Так, Эки, что там? Треугольником же водить. Да, ты, получается, будешь печеньки стоять там, где мирики. Вот тут ведешь, тогда буду говориться, когда... Где-то вот до сюда приходишь. Скажешь, когда с паладином местами меняться? Да, скажу. Получается, ты будешь сюда вот идти, вот так вот. И на край туда пошел. А паладин с центра будет сюда заворачивать. Я скажу там по процентам, когда. Да, и ДК мы, получается, танчим лича к мили-зоне. Вот так, милики вот так вот стоят. Короче, вот лич должен смотреть в мили-зону вот так вот. Я лич, например, смотрю в мили-зону вот на варов там куда. То есть ты его должен вот так вот танчить сюда. Как в РДД-зону. Да, в РДД-зону. А, да, РДД-зону. Чтобы лич смотрел, короче, сюда. Вроде все сказал. Давайте чек на пул. Рамзес. Там на валькирах вары не забываем через рассекающие бить. И ДК, когда будут валькиры, старайся лича за валькирами водить. Сейчас.
Не старайся вводить просто. Варжан Зесты тут, и ты опять вылетел. Исчезновение. Есть осквернение, заражение на нем, на роге. Да, видно. Видишь, вдруг он... Так, Вар, ты с нами, можешь тебя заменить там? Да нормально там все. Рамзес из гильдии Украины к нам пришел. Все добро было. Микола, давайте чек на пол. СДПР. СДПР ты тут? Приступ, вторая пати. СДПР тут, раз, два, три. Да что за хуйня, ребята, примите ебаную, да, сука, с ДПР, блин. 5% наберут норму. Ох, на сон, меняем. Что там, бисы там в РК? ДДшник на бича. Метриоз на ДК бесполезен. Покидай пати просто людям в Далоране. Так пробуем. Ой, не надо. Кто помнит шамана под ником Бастин? Старый, адептовский еще. Ну, кстати, неплохо хилил. Сейчас призы. Ваня, да. Как ты спросишь какого-нибудь чара, он такой сразу, да, адептовский еще стар. Я лично не помню такого шамана Баста в адепт. Ну был он, или у нас в гильдии, ну был он. Может, ты его в ППГ видел? А, это по-русски Баста? Я тогда не знаю. У него еще на английском шаман Баста. Какого Гэса? Не знаю. Погельф написал, что сейчас зайдет он в РК только что. Батя тебя пингует. Убали деф, конечно, надо спать уже. Вот, я же говорил рейд до утра. До утра еще, блядь, 8 часов. 3 часа. Еще, сука, с Камчатки играл по нашему РТ. Так, давайте, подходите, вроде приз пришел, давайте чек на АФК на пул. Ягер, Нежный Пал, Михолка, Грайскал, Табурена.
Блять, ГП нахуй, я бы не буду. Так, нервный пал, Миколка. Миколка. Не сейчас. Хочется взять варовский топор и кинуть у них, блядь. Не сейчас. Туалетную бумагу кинь. Может. У него теперь. Так, нервный пал, Миколка, подходите, вас ждем. Микола. Так, Микола тут. Это нервный пал, Ягер, Рамзес. Так, нервный пал, подходите, подождем. Нежный? Нервный. Сейчас Олег его позовет, он придет. Колка, нервный пал. У нас пацан был один, короче, это, ну, у него погоняло было нежный, блядь. Что, так Вася звали? Не-не, на работе у типа такое погоняло было. Ну, вроде нормально, все, ну не гомик. Просто, странное совпадение. Просто с таким, знаешь, сговором. Ну, пидерский. Нервный пал, что ли, блядь, тебя ждем. Карифан. У нас, короче, сладкий на работе до сих пор есть, блядь, и что? Ну как? У меня друган сладкий, блядь. У него, короче, поголовок был педика, нахуй. Печку дали. Вот, так как ты почувствовал, что у него такой нежный голос? Не-не, это не я почувствовал, это вот мы реально стоим, он разговаривает, ну, и я спрашиваю Романа, как ты думаешь, он пидор, нет? А Роман такой говорит, ну, да нет, он вроде не пидор, говорит, ну, он такой нежный, говорит. И все, и понеслась, и просто закрепил за ним кликуха. Как-то раз там что-то, какие-то тортики принесли, короче. Он такой стоит, короче, мы стоим к столу лицом с Романом, он такой говорит, это там... Даша, это Маша, типа, это тебе, а это нежно, говорит, а этот пацан сзади стоял, блядь, мы тогда выпали, блядь. Нежный пал, ты тут? Тебя ждем, подходи, хорош там курить форточку, надо курить, сейчас лето, тем более. Давайте чехопу. Ягер, МЗС, Рискал. Тёма. Так, Мах, ты с нами там? Занят или сейчас запущу? Блять, приходится чекать, сейчас бы я это свернул бы, там что-то на ютубе посмотрел. Да чекаешь, 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 чекаешь. Запускай нахуй, он готов. Подожди, Мах, ты с нами игры искал? Да вот написал в чат уже, запускай. Что-то я не вижу, ничего писал. Ну, белый чат он. Ну что-то нет, за пару минут. Слава, слава. Кто? Он тебя наебал. Пиздишь, как дышишь. Олег тебя наебал, сука, я-то тут при чем? Тебе видео скинуть? Он написал. РДД в печеньку, РДД в печеньку. Могу прочитать. Зет, Нэн, я тут, релогал. Вот пишет, отойду на 5 минут. Не-не-не, нихуя. Вот это наебал. Дайте там на пол на БДК, чтоб сейчас не умирали. В БРах нету, короче. Там, короче, покажи. Давайте Лича нежно ушатаем, и все будет хорошо. Крик на ХП, дайте бар. Косарь моей безграничной мощи. Даня, заливаешь мега утру шаману. Да будет так, герои! Давайте, вау. Бой начинается, 2 секунды, готовьтесь, все дела. Я оставлю тебя в жизни. Вот там сейчас будет ловушка. Милики, 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 милики. РД проходим, РД проходим. Смотрим, чума 2 секунды, чуму портопалу выносим, чума на... да табурен выноси. Шарк еще, забей, портопал. Портопал, шарк еще. Табурен выносим. Так, дисплейте, РДД. Смотрим, ловушка сейчас будет 2 секунды. РДД. Чума 2 секунды, охотник диспел. Чума на герцогине диспел.
до первого шаркающего собирай весь трэш, который можешь. После второго шаркающего появляется, можно не собирать. Милики, милики, милики. Иступление, охотник. Смотрим, ловушка, 2 секунды. Протопал, все проходим, протопал, все проходим. Забирай шаркающего. Так, милики, смотрим. Диспел. Протопал, уходи. Протопал, уходи. Милики там аккуратно, 2 ловушки на протопале. ДК, веди к нам веди. Стой, стой, стой. Не видно, не спиной, только не поворачивайся. Спиной не поворачивайся. Еще будет одна ловушка. Стой, 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 ДК. Давайте каплю на протопала. Блин, каплю на протопала. Веди теперь к нам. К нам веди, не к протопалу, а к нам веди. Смотрим, сейчас, наверное, будет еще одна ловушка. Готовьтесь, дайте каплю на протопала, диспейл шаркающий. Играем, играем. Забирай, ДК, забирай. Блять, долбоёбы, чё вы сейчас-то улетели? Падаем. Как можно было в ловушке улететь, которая... Ладно, там на первый никто не улетел, а сейчас как бы улетели. По-моему, в неё кто-то забежал. Забежал, блядь. Я сам улетел. Блять, надо по видео смотреть, кто там, я не видел. Не знаю, будет ли... Давайте, встали, побежали. Давайте, вы там кнопочки чаще нажимаете. Чё я совой фигово играю, релью, я не последний даже. Лантана, чё там, может тебя заменить, там, Маколка, чё с вами? Охотник, этот, разбойник. Герцогиня 600к. Герцогиня, так круто пал-то, ладно. А, блин. Маколка, ты шо, Макола, 700к. Что-то жмите там как-то быстрее на кнопочке. Что значит на шаркере отвлекается? Это как? Трафикающим хуярит, пиздец, там аж видно. Наступление снимаю. Сколько бы вот не рассекающим не бил, все равно я его больше не дамажу. Тебе по вурдалакам больше, чем по личу, блядь. Ой, просто подается. Давайте сейчас не АФКшки риснемся и будем сразу убивать. Ну-ка, год дуэль. Кого, ё-ма. Ну, здесь больше дамажил, чем будет. Да. Аж 3 дамажит больше. Давайте подходите, Слава, СДПР, Белатрон, Паралайз. Какая-то, я в инсте, ой, не в инсте, в этом, в степях. Дайте шкафчик, ядер. Вот ты туда улетел. Свой домой уединился. Блять, просто жмешь покинуть тело и ты резаешься на кладбище живой. Ну, я вот так и сделал. Ты какие на суммы? Ты пиздишь, там весь рейд стал живой и полетел. Так тут тоже кладбище. Ладно, я специально телепортнулся в степи. Давайте суд фубав, давайте кушайте рыбу. Ох, я не приз, ты с нами, Мах, ты что-то ты бегаешь на одном месте. Да, тут. Смотрите, тут сундук какой-то с затроном лежит. Ничего себе. Тут квест какой-то. Все видели такой квест? Да, он там всегда лежит. Так, давайте, что-то бафы вам не хватает, смотрим, чек на пул. Не
Миколка, Белин, где вы подходите? А этот я новый запустил или че? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет... Давайте 5 секунд начинается. Готовьтесь. На пульте на БДК. Я оставлю тебя в жизни. Ты видел финал. Не могу допустить, что величайший случился. Смотрим, ловушка сейчас будет после вурдалака. Милики, милики, милики. РД звездочку. Забирай шаркающего. Смотрим, чума 2 секунды. Чуму выносим, чума на муравьин выноси. Милики, ловушка, милики, милики. Да куда ты повел так далеко? Поверни этого лича к нам в рейд, чтобы он в рейд смотрел. РДД. Так, чему Shadow Walk выноси? Диспел. Зачем? Протопал, дальше отходи. Протопал, дальше отходи. РДД, протопал, отходи. Так, смотрим, сейчас будет шаркающий вылазит. Шаркающий вылез. Милики, милики. Ты забираешь шаркающего, протопал. Рамирики, ловушка, протопал на край, уходи. Протопал на край, ДК веди к нам, лича. Лича к нам. Потихоньку, потихоньку. Не сейчас, не сейчас, стой, стой. Ловушка, милики ушли, милики на БДК, ловушка, в сторону милики. Белин, дай каплю на протопала. Давайте милики в звездочку, печеньку, звездочку, печеньку. Давайте в печеньку встали. Карик, давай каплю, бежим, милики, бежим. Карик, давай каплю на протопала. Да ёбаный стыд. Ну, блядь, зачем ты за колонну завёл его? Падаем. Он стоял с другой стороны. Все туда убежали. Этот пал ещё умер. Пришёл конец. Давайте сейчас я скажу, БДК, как тебе водить, потому что он должен уходить, скоро будет падать рещи. Пришел надежда, пришел надежда, тает, надежда, тает. Может у него АДК есть, а Олег потанчит? Че, нервный пал сдался? Ну, походу. Ну, такого ЧС можно кидать сразу. Запомните этот ник. Так он же на что? Блять, чтоб потом не взяли его опять. Микаешь? Ну да, лучше взять Серсею, которая сапоги не выпали, ладно, я пошла гулять, да? Ну, то же самое к Серсею. Ну, если это правда. Да ладно, Серсена, хоть игрока на заменус, я на слайд победил, это нормально было. Это единственный минус у чата. Там не выпадает воля, или разрулили волю, сразу минус 2. Папа сидел весь рейс. Кто? Паладин. И...
Кому интересно, если аккуратно. Что, мы с тобой вайпаться до утра, что ли? Мы вайпаемся до утра. Это возможно. Да. Когда будет 5 утра, то да, ты получишь прав. Где-то уже 5 утра. Если бы я был, допустим, в Пугарейде и посмотрел, как ДК водит Лича, я бы тоже трая 3-4 посидел и съебал бы. Олег, ты можешь парочку ДД организовать? У нас получается биллинг тоже уходит. Да, подожди. Это табуреная сова есть у тебя? Калка, ретрики. Там тоже 5,9 хуёво всё. А уж хили буду. Давай ассиста. Так, ДК, ты тут на платформе? Оказывается, слышите, смотрю детали смерти герцогини. Он ни разу не умер от иступления, его просто не захиливают. Просто от обычных плюх он умирает. Это плохо. Хэпалом и двумя трешамами. КД на варе. Кто есть еще? Маг есть, у которого никто. Курить отойду. БДК, какой ты у тебя ник, БРК? Еще раз. Ник БДК, БРК какой? Вики. Ну такой же, как в игре, наверное. Могу магом зайти, если надо. Подожди, не заходи, сейчас Элем будет. А кто это? Один слот надо или два? Ну там бери еще на трай. Вот сейчас я там БДК объясню. Давай, может, я мишкой заведу и все. Короче, ты если что-то говоришь, то тебя не слышно. Там еще хулипало и нихиля протопало, скорее всего, из-за этого. Там 4 хила хилили протопала, но не захилили. Ну, по-моему, они перестали хилить, когда мы упали. А, ну все понятно. Два рестаршамана, которые цепуху юзают, ред 3, 2 и 0. Такими хилами мы будем иметь проблемы. Так, что тут? Вроде разобрались, а... Что там, Олег, заходит кто-то? Да. Дай шкаф. Заманите людей. Дай шкафчик, лок. Шамановы и танковцы пухой, да, хилите? А, если ты еще так сказал, типа БДК танк водит как-то... Любишь, ну может он так и воет, но падаем мы это из людей, которые в ловушке забегают. Мне кажется, это лучат, сука, в ловушке забегает специально. Я бы сказал, бы тут Ильди в ловушке бегает. Тоже. Все, давайте все. Тут, не тут, подождите, роги нет, про вас умылся. Разбойник где-то там смоется. Дуол, ты будешь хилить волной исцеления? Подавайте фулл бафы. Так, да получается на второй волне вальтир у нас будет ромбик незастаненный, ромбик оптимус, бей через ромбик, остальные тесты бейте своих вальтир, как обычно, там, печеньку, трусы. Давайте, смотрите, там что по бафам вам не хватает. Дайте каску. Подожди, в смысле ромбик? Там же протопался в качественном стане месте рога. Или что-то я туплю.
Ну, Белин, кружок, Трисия, ромбик, герцогиня, трусы, на второй валькирах калк, ромбик, печенька, рога, трусы и ромбик без стана. А, давай, рога, рога будешь ромбик бить, а герцогиня трусы туда. Давайте вот если тут, чек на пул. Не, я к тому, если герцогиня ж может все станет вали, и рога тоже все. И как раз два паладина ретрика на вальках остальных. Ну, по идее, да. Все, Линча запустил. И хильки протопало хорошо. Неужели прибыли наконец? Дайте каску, пожалуйста. О, сейчас разбафую всем. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что за десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Там каску, да. Слушать. Жигару сейчас раздам. Крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Давайте, 5 секунд было начинается, готовьтесь. Герои в атаку! Я оставлю тебя, чтобы увидел финал. И могу допустить, что величайшее. Смотрим, ловушка сейчас будет. РТД. Забираешь харкающего. Чума 2 секунды, чума выносим, чума на кальк выноси. Спел. Смотрим, ловушка. Милики, милики. Протопал чуть дальше, уходи. Стой, 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 ДК, ты далеко отводишь прямо. РД. Смотрим, чума 2 секунды, чуму выносим. Диспел. Так, чума на РМЗС. Диспел. Все, протопал, можешь чуть дальше уйти. РДД. Так, сейчас будет ловушка, смотрим. Так, РД ловушка, миликов подводи тоже, ДК, веди миликов. Так, давай забирай. Все, ДК, веди в РДД зону, к нам веди. Дайте каплю на протопала. Милики, милики. Милики. Блять, да шо за толбоёбы. Ладно, играем. Кстати, каплю на протопала еще одну. Все, на край уходим. Давайте на край идем. Чума. Диспел чуму. Еще раз. Все. Ладно, смотрим, сейчас ловушка будет. Стойте, не улетите на ловушке. Так, все, печенька, дерево, все, ушли. Играем по трэшу, играем по духу. Присты, ханты на сверках. Бейте духа. Так, и разрываем. Портопал там забери мелким трэш с рейда. Портопал лови следующего, если стоит там перед мордой духа не стойте. Портопал забирай духа нового. Все, ДК забирай. Паладин следующего заберешь. Нового. Потом ДК с него заберешь. Все, паладин забирай. ДК можешь тоже забирать. Ромбик без стана будешь, Оптимус. По ромбику будешь играть. Играем гневного духа. Так, паладин забирай. Паладин забирай, сверка бежит. На сверху не бегите. Сверка, все, идем в печеньку. Протопал от трения от рейда только.
Все, там добьются. Доты добьют. Становимся в печеньку. В печеньку становимся. Валькирам стан, валькир сливаем. Готовьтесь, валькиры будут. Скажу, когда надо будет под валькир выйти, осквернение залить. Давайте сливаем, сливаем. Три валькиры сливаем. Веди за валькирами. Так, готовьтесь. Вышли из-под валькира, осквернение. Вышли из-под валькира. Кальп. Давайте ромбик бьем, трусы бьем. Трусы бьем. Давайте трусы бьем. Все, ДК, веди в центр. Веди в центр. Рейд в печеньку. Рейд в печеньку. Печеньку рейд. Все, все, стой, стой. Рейд в печеньку. Встаньте прям ровно. Да нихуя, будут, оставайтесь. Давайте рост. Давайте рост. Как милик будет. Так, готовьтесь, будет сейчас валькиры будут, осквернение скажу, надо будет выйти в стороны. Готовьтесь, готовьтесь. Все, вышли, 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 вышли. Вышли. Хаба, ВНС. Дай сакру. Играйте по валькирам. Дайте рост, сливаем валькир. Трусы можно не бить. Трусы не бейте. Последний. Играйте печенька ромбик. Печенька ромбик играйте. Дайте ромбик, печеньку стан. Дайте печеньку бьем. Давайте уже трусы разобьем. Трусы разбивайте. Так, хилы РД на рейнджу вышли. Хилы РД на рейнджу. В ДК веди на ту сторону прям. Веди на ту сторону. Вышли с лича, вышли. Идемте в печеньку, быстро становимся. Ставь в центре. В центре ставь. Тарюсь их в печеньку. Валькиром стан сливаем. Так, две валькиры вот эти сливаем. Ромбики, трусы. Трусы приоритет. Там хил, протопал. Играйте в трусы. Давайте трусы, бьем трусы, ромбик. Больше по трусам. Вышли осквернения. Веди в центр ДК. ДК в центр. Стой, стой, стой. Не переводи сильно. Так, стой. Стали в печеньку. В звездочку стали. Валькиром стан, сливаем валькир. Стали все в звездочку. Так, вышли из-под валькира осквернения. Вышли из-под валькир. Играем по валькирам. А в кружке? Не знаю. Все три сливайте. По ромбику играйте. В ромбик тоже хорошо. Дайте стан ромбику. Дайте через ромбик играем. Дайте в трусы играем. Давайте хилимся. Не спасли. Играйте в лича. Так, вышли с центра осквернения. Ах так. Давай, стой, ДК, там стой. Пари звездочку. Три валькиры будет, три сливайте. Раз, два, три. Все три сливайте. Сливайте, сливайте. Дайте трусы, ромбик бьем. Вышли с под валькир, ромбик добьем. Все, добили. Так, ДК в звездочку, ДК в звездочку. ДК в звездочку, вставай. ДК в звездочку, блять, звездочку, ДК в звездочку. Давайте, рейд в звездочку, стали, в звездочку, стали, рейд, бегом, бегом в звездочку. Рейд в звездочку. Ты угораешь? Нет. Ну что он если не может по центру поставить лича, что я сделаю? Как будет звездочки-то бить? Играем две валькиры в центре. Через ромбик играем. Не-не. Вышли лужи. Блин. Играйте ромбик, трусы. Дайте по трусам больше дамага. 1%. Давайте, добивайте трусы. Дайте гим на хп, гим на хп. 1%. На край веди. Веди на край ДК. Все, на край все. Дай сакру, паладин. Так, Оптимус, давай гимнаману, ставьте тотем, заливайте инер, играем духа, который с меткой. Играйте
по печеньке, остального, остальных духов не трогаем. Хилы РД наберите режим между собой, сферки сливайте сразу. На платформе еще хант валяется. Сферки летят. Даня, рискнешь Миколку, когда выйдем, протопал забирай нового духа, ДК старого, сферы. Сферы помогайте. Играйте в новую печеньку. Давайте старого духа, печенька спала, печеньку играете, протопал забирай нового духа. Играем в кружок, играем. Давайте в новую, в нового духа печеньку поставим. С того духа не бьем, играем только печеньку. Печеньку играем, ДК забери. Да, паладин нормально, все. Протопал забирай, стоп под духом. Протопал забирай, стоп под духом. Сверка летит, играем печеньку играем. Фул ДД в печеньку. Давайте в печеньке ходим. Давайте идемте, хильте рейд, бейте духов. Давайте друиды, там все есть, шаман, давай, друид, настал твой час. Олег, блять. Давайте идемте потихоньку, буду водить под шамана. Давайте в печеньку стали, хилимся. Хилимся, все, прошли дальше. Давайте проходим. Давайте за угол заходим. Давайте хилимся и заходим дальше. Идем. Главное не дохнуть. Ягер на БДК СС дашь. Дерсы, наверное, не успеем. Давайте идем в печеньку. Так, давайте, паладин Олег, осквернение. Играем гневного духа. Так, гневного духа, ДК уходи на трон. На трон уходи, ДК. Блин, ну так поворачивать тоже нельзя. Давайте ушли за лечом, прячемся. Прячьтесь за лечом. Паладины в баблах хлопайте. Играем по гневному духу. Отверни от рейда, отверни от рейда, паладин. Нормально. Ушли с центра, ушли, ушли. Осквернение, осквернение. Осквернение, я не прист. Паладин. Паладин, забирай. Нормально, все нормально, нормально. Хильте, хильте БДК. Идемте чуть дальше пройдем. После комнаты Магдак я тебя рисну. Проходи чуть дальше, ДК, веди лича. Ушли от лича, уйдите от там духи. Уходите чуть-чуть. Давайте в комнате за звездочкой. Давайте проходим рейд фуловый, нормально все. Давайте проходим дальше. Давайте выход из всех порталов идем. Давайте к порталу идем, смотрим, лужа, не реварен, протопал, иди хлопаем. Кильте БДК, Магдак, Реса, Даня, сюда мы полку на переходе. О, я забыл. Сейчас поднимаю. Да потом, потом уже. Давай, ДК, уводи. Уводи к трону. Уходи к трону, ДК, уводи, уводи, уводи. Дайте там 300 баф, вышли из-под лича. Духи, аккуратно. Осквернение 2 секунды, вышли из-под лича. Стоим тут, дамажем. Стоим тут. Давайте печеньку. Вы пришли, чтобы вершить суд на Артас, чтобы уничтожить короля Лича. Но мы не успеем, все закинем. Давайте попробуем. А сколько там процентов было? 23.
Давайте проходим. Там еще Гера, блядь, не в попад. Давайте, если еще никто не умрет, может успеем. Ну не знаю, вряд ли, конечно. Ой, да ладно. Давайте в угол, вжались. А, он прожму, нормально. Вжались, вжались. Бежим, бежим. Бежим. А когда если таун, то будем жать, дока ты сразу не забирай. Уходите к порталу. Уйти из-под лича. Теперь точно не успею. Все, падайте. Да не, не. Подожди. Просто минус 2. Веди к трону, попробуем. У АБР есть, да. Можно реснуть трех человек. Реса и Табурин, Реса и Рамзеза. Уходите к трону. Уходите с центра, уходите. Гера, Гера. Давай. Давайте Геру. Стоим, дамажим. Гера. Стоим, дамажим, никуда не идем. Вы гоните? Через 5 секунд комнаты. А после комнаты Гера будет чей-то берса. Да и тогда стой, будет. Тут не види, не види. Не види. Не види, стойте. Пиздец, 20 секунд. Можем добить 4%. Да. Давайте хильте рейд сейчас. Хильте рейд, хильте. Давайте в печеньку и хильте рейд. Только определитесь, кто из палов сейчас под баблом. Первый, кто второй. Выйдем с комнаты. Чтобы не все в них попадали. Берем бабл на себя, таунчишь лича. Гимн на хп нужен. Трися. Да, ну дайте гимн на хп. Трися. Считаешь после выхода. По разным бежим. А блин, закройте рты. Трися, 5 секунд ждешь, бабл таунт на себя. Герцогиня, я скажу, когда бабл таунт на себя. Главное, духов не дохните сейчас. Да. Дойди там от духов, прячьтесь, там будет паладин и хлопать в баблах с мечом вместе. Давайте проходим. 2 секунды, готовься, Белин. Давай, Белин. Давай, Белин. Трися, 5 секунд жди, считай. Трися, давай бабл. Ребята, я в комнате остался. Че за пиздец? Герцогиня, давай бабл. Потому что ты глыбу прожил там. Бабл, кто там посмотрел? Нет, я глыбу не прожимал. Все, добивайте процент быстрее. Давайте, добивайте, да? Бейте, бейте. Сейчас процент будет, нет? Бейте, бейте. Давайте, 400 тысяч добивайте. 300, 200, 600. Сейчас он будет кастовать хуйню какую-то. Все, убили. Мало. Блять, ебучие баги. Вот с какого хуя в комнате остался? Ну что ты бог. Ты бабл прожил. Чё? Ну да, либо ты бог тебе кинул, либо ты глыбу прожил. Я глыбу не прожимал. Да это бог. Нет, так а прикинь, не добили бы сейчас вот мой ДПС бы там эти 200 тысяч. Обидно было бы. Да блять, снова 20 минут этой хуйней заниматься. Разошлись. Колка, тут с нами такие рейды могут быть. Ты привел сюда лучших воинов. Ты сразу в пропасти уходить, чтобы лишь пошел за этим человеком в пропасти. Сейчас, короче, дисконт будет, блядь. А еще есть люди, которые радуют убийство лича. Ну да, зато на поможеватом X5 такого антидарина не будет. Там если минус 15, еще убивается в гире. Плотность частиц, рога. Ну это тоже. Нет, а только это. Уж не видно. Без него все. Это ирония. Че там сейчас? Два бакинжала разъебись. Последнее благословение. Да, два кинжала мы расходимся. Разбить эти оковы. Коня в луте оставлять. Видишь, как надо мультидать по валькам? Ты верхних бьешь, которые висят сверху. Да. Не
Варан тоже ездит, подпрыгиваешь и хердаешь. Там это... Хватит, Артас! Чумаки, это мур, блядь. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Ну если сейчас откат, короче, будет, я просто липой на честь или липну, короче, без обид, но... Что там было нарвано? Так, что тут? Белин? Нет. Ну, мне... А так, я Белину отдам. С двумя одноручками тащить это говно. Да, надо по-любому. Олег, сколько там за одну? 468? Угу. Да, половина 468. Роль теперь у нас. Бля. Так, Аль, Табурин. СДП. СДП тебе надо?